Друзья, очень важно отпустить уходящий год и поблагодарить петуха за те возможности, которые он перед нами открыл. Я сейчас нахожусь не около елки, а около камина. Я думаю, что, наверное, это ярче. Это на сегодняшний день более для меня актуально. Да, елка есть, она напротив. Но вот этот горячий камин, этот очаг, который муж сейчас разжег, это пламя, которое сейчас, смотрите, как оно горит. Это для нас, конечно, сейчас, наверное, знаковое событие. Это наш очаг, это наш дом, уют, который мы сейчас создаем своими руками. И мы хотим, конечно же, поблагодарить вас всех, нашу любимую команду. Если бы не было вас, то не было бы, конечно, нашего дома, не было бы тех мечт, которых мы могли осуществить. Поэтому, друзья мои, любимая команда, хочу поблагодарить вас всех, каждого из вас, в частности. Спасибо, спасибо. Спасибо каждому из вас. Мы желаем вам в новом году счастья, здоровья крепкого, успехов, новых квалификаций, путешествий вместе с нами. Да, Степ? Да. И пусть все-все-все ваши мечты обязательно сбываются. Степ, ты счастлив в новом доме? Мы хотим, чтобы каждый из вас был также счастлив в вашем новом доме. Может быть, это будет новая квартира, возможно, даже переезд в новый город. А возможно, будет в новом году покупка нового автомобиля. А может быть, вы поедете всей семьей на море, так как мы были в этом году, да? Мы благодарим этот год. Он очень щедрый был на подарки, на материальные ценности для нашей семьи. Новый автомобиль от компании, путешествия компании плюс с семьей. Спасибо уходящему году. Я уверена, что 2018 год будет... Мы уверены, что 2018 год будет еще круче, еще богаче на подарки, на квалификации, на новые возможности, на новые встречи. Подарки. В общем, друзья, всем благ, всем счастья, любви. Да? Да. Мы всех любим, всех целуем. Всем пока-пока. Встретимся уже в 2018 году.